продолжает привлекать к себе внимание разными способами. На сей раз 17-летняя жертва изнасилования решила воспользоваться средствами, вызывающими положительные эмоции у аудитории. Диана Шурыгина нашла новый способ говорить о себе. По всей видимости, девушке надоел негатив, который у многих сопряжен с ее именем. И Диана решила надавить на другие точки у общественности. 17-летняя красотка выбрала безотказный способ завоевать симпатии. Она опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию с котиком. 17-летняя девушка продемонстрировала нежность в постели с четвероногим пушистым питомцем. Приобняла, вытянула губки в желании поцелуя. А киса, в свою очередь, конечно же, просто сияла и светилась от удовольствия. Ну, я думаю, что это более позитивно, нежели постоянно ходить со скрученным лицом, бегать, извините, по психиатрическим больницам и таким вот способом привлекать к себе внимание. Этот способ куда более приятен. Напомню, что ранее в своем аккаунте Шурыгина уже демонстрировала своего мохнатого друга. А вернее, подружку. Это было тогда, когда она только приобрела этого котенка. Милое фото заработало несколько сотен лайков. Кстати, новое фото с Евой, а именно так зовут котейку, завоевало еще больше симпатий у пользователей сети. Ну что ж, Диана, я думаю, что нужно продолжать в том же духе, а не маяться фигней. На этом у меня все. Более детальная информация на нашем сайте, так что подписывайтесь.